Язык религия татарского народа. Язык татарский, русский и другие. Религия ислам, суннитская толка. У татар крещен православие. Родственные народы: алтайская семья, тюркская ведь, кыпчакская группа, поволжская подгруппа. Татары. Самоназвание тат, татар, во множественном числе тат, татарлар. Тюркский народ, живущий в центральных областях европейской части России, Поволжье, Приурале, в Сибири, Казахстане, Средней Азии, Синьцзяне, Афганистане и на Дальнем Востоке. Численность России составляет 5 554 600 человек. Перепись населения 2002 год. 3,83% населения России. Является вторым по численности народом в Российской Федерации после русских. Делится на три основные этнотерриториальные группы: татары, волго-уральские, сибирские и астраханские. Иногда выделяют также польско-литовских татар. Татары составляют более половины населения, 52,9% по переписи 2002 года Республики Татарстан. Татарский язык относится к кыпчакской подгруппе тюркской группы алтайской семьи языков и делится на три диалекта: западный, мишарский, средний, казанско-татарский и восточный, сибирско-татарский. Верующие татары, за исключением небольшой группы кряшен, исповедующих православие, мусульмане-сунниты.